На Ключевском вулкане продолжается спасательная операция. Там 6 июля находится турист, который поднимался к кратеру и потерял сознание. Вчера сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда одолели высоту в 4500 метров. Однако путь к вершине продолжить не смогли. Мужчину пытались обнаружить в ходе облета вулкана, но результата и это не дало. Поиск туриста пешими группами осложняется сильным камнепадом на пути к месту, где находится пострадавший. Напомним, два туриста совершали восхождение на извергающийся Ключевской вулкан 6 июля. На северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из мужчин отказали ноги. Для того, чтобы вызвать помощь, второй турист спустился на тот уровень, где работала мобильная связь. Позже, на высоте 2000 метров, его обнаружили спасатели и эвакуировали. По словам мужчины, второй турист находится без сознания. В результате нагрева конуса вулкана, в результате теплой установившейся погоды в том районе, началось таяние ледника на конусе, и, соответственно, стал сходить сель, и стали лететь просто камни. В жизни спасателей возникла реальная угроза, было принято решение старшим группам вернуться в базовый лагерь на высоту 3200. После чего здесь проведено на территории Петропавловска в ЦУКСе оперативное совещание со специалистами. Принято решение не рисковать жизнями спасателей, а пробовать завтра, в субботу, при установлении погоды соответствующей, с применением вертолета подняться на эту высоту, высадить спасателей для эвакуации человека.